холодновато сегодня. А ты думал, у нас всегда жара? Ты где служил? Особый полк. По борьбе с басмачами. Банду Джафара разогнали, а теперь домой еду. Фархад. Андрей. Дядя, благослови Тохта сына. Устас, благословите меня. Да поможет тебе Аллах. Тохта сын сильный пихлева. Абдулла победит. Начинайте. Абдулла, покажи ему! Тохта сын, давай! Давай, Абдулла! Башкирмас его! Башкирмас! Кинжал великого пехлевана Акбара. О! Баракалла, баракалла, тугара, баракалла. Яса, вар олым, яса, яса. Качал. Благослови его, дядя. Илаха амин. Аллах акбар. Карим! Начинайте. Карим! Карим, не бой его! Покажи его! Карим, сыни! Карим, да пошлет Аллах тебе долгую жизнь. Давай, 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 давай. Покажи его! Это недостойно благородного искусства Кураша. Устас Джума, борьба подобна жизни. Побеждает сильнейший. Я буду бороться. Я пойду. Кто это? Мой ученик. Он русский. Вы разрешаете, Устос? Кто победит, получит парчевый халат. А примерить его можно? Примерь, пока есть на что. К халату добавлю своего верблюда. Все знают, моего собрали? Да, все знают. Будь осторожен, он ведет грязную борьбу. Все помнишь? Выходи. Начинайте. Начинайте. Ну давай, Калван Карим, слабовай. Почему не засчитан? Почему, почему? Коленом нельзя касаться земли. Продолжайте. Не будешь руки ломать? Второй бросок был сильным.
Угу. Я вобью его в землю. Пошли, Якубхан ждет. Он боролся честно. Хайдар Карим. Хайдар, выходи. Великий Хайдар Карим против русского. Ближе, щенок. Ближе. Уважаемые, пошли бороться.